Неожиданное продолжение получила история судебной тяжбы жителей частного сектора с министерством ЖКХ. В распоряжении нашей редакции оказалась расшифровка судебного решения, который создает все шансы для очень скорого и серьезного роста мусорной платы для жителей именно города Кирова. Это при том, что количество жалоб не снижается ни в городе Кирове, ни в области. Жители Афанасьевского района, например, при плате в 600-700 рублей ежемесячно вынуждены выбрасывать мусор по определенным часам в кузов трактора, а не в специальные контейнеры в любое время суток. Сколько вы раз в неделю приезжаете? Один раз за 2 месяца. Серьезно, что ли? Сколько вы платите за месяц? 114 за одного человека, для 700-600 рублей. Вот такие услуги нам. Да. Купри, да? Предоставляет. Претензия к работе мусорщиков регулярно появляется и в городе Кирове, но вместе с тем неизвестно, чем может закончиться история одной судебной тяжбы, которую устроили несколько жителей частного сектора из-за большого метража домов, получали большие суммы, обратились в суд, чтобы мусорная плата считалась все-таки исходя из прописанных людей, а не из метров. Суд они выиграли, но большой вопрос теперь навис над жителями многоквартирных домов. Дело в том, что областной суд признал неправильным начисление платы, исходя из квадратных метров, и все бы хорошо, если бы не действующие тарифы. К примеру, в квартире в 50 квадратных метров, в которой проживает 3 человека, платить с квадратов выгоднее, чем с людей, процентов на 40. А еще суд постановил, что и действующий норматив, на основании которого высчитывается плата, тоже неправильный. По мнению суда, цифра появилась на бумаге без проведения нормальных замеров реального образования отходов людьми. Говорится, что у министерства ЖКХ есть месяц на обжалование этих решений в Верховном суде. Комментариев от министерства ЖКХ Кировской области мы сегодня не дождались. Известно только то, что в 5 вечера специалисты планировали устроить оперативные совещания, чтобы решить, что делать дальше.